Конец года, самое время подводить итоги. Городской совет ветеранов провел пленарное заседание. Общая оценка работы – 5 с плюсом. Совет ветеранов играет большую роль в общественной жизни города. Ведь 1/3 населения областного центра – пенсионеры. При совете действует школа здоровья. Также желающие могут обучиться азам компьютерной грамотности. Весь год члены совета активно работали и также активно отдыхали, посещали всевозможные мероприятия. Конечно, недостаточно, может быть, мы еще уделяем внимание вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вопросам за то, что мы платим большие УДН. Вот, может быть, в этом какая-то наша еще недоработка. Конечно, нужно будет еще посмотреть и поработать. А так, в принципе, мы живем активной жизнью. Мы занимаемся всеми вопросами, которые касаются и которые интересуют наших ветеранов.